секунду были. Так стильно. На тренировке. Правда? Подожди, это той же студии, которые делали Человека-паука через вселенные? Прости нас, Сплиндер. Ребятам захотелось пиццы, а я их отговаривал. Лео! Не крысятничай. Подбирай выражение. Прости, пап. Ребят. Кстати говоря, извиняюсь за автоп, видел новость, но просто я же параллельно делаю новости в ТикТоке, как вы знаете. Я случайно встретил новости, получается, про Черепашки-ниндзя. И вы знали, что у нее охуевшие, короче, отзывы от зрителей, ну, на предпоказе. Все сидят и говорят, как же классно, как здорово, как круто, вообще супер классно. Хочу сходить. Если бы мы не были чудовищами, могли делать все, что захотим. Что бы мы делали? Ходили бы в школу. Я бы нашел подружку. Музыка крутая. Представляете? Никаких шансов. Что может быть лучше? Черепахи, мутанты... Подожди, что с Эйприл? Я хочу знать о вас все. Да, наш папа точно не гигантская крыса. Теперь я уверена, что он крыса. Продюсер Сет Роген. Полиция безуспешно борется с бандой, которую возглавляет Суперфлай. Никто не видел его лицо. Почему? Он уничтожает всех, кто его видел. Круто! Что? Ничего крутого. Чуть-чуть круто. Кеначети. Мы поймаем Суперфлая, и все решат, что мы крутые и примут нас. Кеначети. Сегодня Суперфлай закрывает сделку под Бруклинским мостом. Кеначети. Что? Что это за маленькие черепашки? Я не представлял, что есть еще мутанты. О, подожди. Как его зовут, блять? Бибоп. Это Бибоп Рокстеди. Я этого не помню. Хотите быть с нами? А, Бишоп, да. Люди никогда нас не примут. Поэтому землей должны править мутанты. Ну, кстати, наверное, Стокман. Люди, здесь вам не место. Допустим, забавный сюжет. В этом году. Его не остановить. Стокман же мухой должен быть. Мы попытаемся. Но это не муха, это какой-то... Или это муха? Кто стучится рано утром в дверь мою? Не могу понять. Но это не похоже на муху. Пошел, 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 пошел! Ну, наверное, это Стокман. Микеланджело, ты великодушный. Донателло, ты мудрый. Рафаэль, ты отважный. И Леонардо, ты гордый. Хватит болтать, я хочу подраться. Ты у нас какой-то нервный, Рафаэль. Вот, так в чем проблема? Мне озвучка, русская озвучка Донателло не нравится вообще. Просто, ну, очень не нравится. Кавабанга! Юность черепашек-ниндзя – мутантский разгром. Смотрите скоро только в кинотеатрах. То есть просто сразу ощущение, что Донателло какой-то сопляк, судя по озвучке. Мне кажется, в оригинале не так все, ну, не тот голос вообще. А, у него в оригинале реально такой же голос. Ёбаный в рот, а нахуй? А зачем? Наверное, он будет прям такой, знаете, хлюпик-хлюпик максимальный по игре. Ой, по игре, по фильму. Короче, скажу так, стилем прикольно, Эйприл жалко. Жду, очень жду, очень жду.